Этим бетонным штукам, и здесь столько крабов бегает, некоторые очень большие, и здесь из такого красного цвета и даже какого-то голубого, их очень здесь много. Сразу разбегаются, как я подхожу. Такой огромный. Самое смешное то, что крабы умеют прыгать. Они перескакивают с одной бетонной штуки на другую. Ого, сколько их. Капец. Конечно, неожиданно было там среди этих бетонных штук увидеть мужика, который сидит себе ножиком, чистит яблочко или апельсин. Живет там чувак, оказывается. Его там не видно. Там ходы у него свои. А мой самолет, точнее автобус, отправляется ровно через 30 минут. Кстати, отправляются они четко, минута в минуту по графику. Там буквально опоздаешь на 5 секунд, он не остановится. Он уже если закрыл двери, то все, он не откроет их. Даже если ты будешь стучать в них, догонять. Короче, он просто берет и едет.